Всем привет! Начнем сегодняшний стрим. Проходите, рассаживайтесь поудобнее. Сегодня мы будем рисовать. Я надеюсь, мы меньше будем рисовать, а больше будем искать готовые макетики. Вот такую вот штуку мне нужно сделать. Нужно найти все логотипы данных брендов. Что же мы будем делать? Естественно, давайте призовем великий Google в помощь. И будем искать. Начнем по порядочку. Canadian Club. Логотипы лучше, конечно, искать не просто в Google, а на специальных сайтах, где различные бренды выложены в свободном доступе. Вводим бренды. Так, бренд, лого и EPS. Вот такой вот отличный запрос. И смотрите, что он нам дает. Вот второй же запрос, второй, точнее, результат. Это у нас отличный сайт Brands of the World. Привет, привет. Вот такой отличный сайт Brand of the World. И давайте искать на этом сайте Canadian Club. Canadian Club. О, отлично, смотрите. Мы нашли наш логотипчик в формате EPS. I agree. Download. Во, что-то скачалось в кривых. Шикардос. Давайте посмотрим, что у нас тут происходит. Дадим какой-нибудь контурок. И без заливки. Это можно убрать. Буквочка R, в принципе, можно оставить. Отличного качества, в принципе, вектор. Вот так вот за 5 секунд у нас один уже готовый логотип. Отлично, идем дальше. Итак, виски Chivas Regal. Так, опять же, Chivas. Chivas. Тут такой логотипчик, а здесь такой логотипчик. Ну, посмотрим, что еще есть. Вот нету. Ну, я думаю, что этот логотип тоже отлично подойдет. Кстати, вот есть. Вот другой логотип. Вообще шикардос. Так. Закидываем это дело все в Corel. Отлично. Один в один. Давайте мы его покрасим. В любой цвет красится, значит, гравировочка будет отличная. Группируем. И вот у нас такой файлик. Тоже готовый. Вот, я думаю, что практически все я найду на этом сайте. Так, Jack Daniels. Jack Daniels. Наверное, не так. А, Даниэлс, да? Ну, я правильно написал. Даниэлс. А, вот, наверное, через вот такую буковку. Нет. Ха-ха-ха. Ну, да ладно. А, логотип Джек Даниэлса у меня где-то был. А, надо только вспомнить, что я делал. И мы его давайте пока пропустим. Так, давайте вот этот списочек отнесу в сторону. И будем отмечать, что у нас уже есть. А так, от Jack Daniels мы оставим на потом. Погнали дальше. Добрый вечер, да, всем вновь присоединившимся. Конечно же, с праздничком. Отмечают такую знаменательную дату. Много, дамы и господа, не пейте. Ведите здоровый образ жизни.
Так, погнали. Деварс, да? Деварс. Деварс. О, отлично, Деварс. Трускотч, 1846 год. Ну, давайте мы скачаем этот, а уже Трускотч, так и быть, допишем каким-нибудь похожим текстом. Ух ты, сверху закорючка такая. Есть ли тут такая закорючка? Так, Деварс. Вот так попробуем. Нет, то же самое. Нету. Ну, ничего страшного. Закорючку мы уже нарисуем. Главное, что у нас есть шрифт. Так, вот мы берем эту штуку и просто перетаскиваем в Corel. Вот, логотипчик у нас есть. И давайте эту штуку перенесем вот сюда. Значит, нам нужно будет ее дорисовать. Кстати, кому интересно, в описании под видео вы можете найти список всех горячих клавиш. Я решил их все записывать, все, что я использую, все, что настроено, не настроено. Вот такой вот списочек вы можете найти в описании под видосиком. И внимательно следить, какие кнопочки я нажимаю, если успеете. Так, Диварс есть. Джеймсон Айриш Виски. Джамисон Джеймсон. Серч. Вот логотип Джеймсон. Слушайте, я все лого найду. Какая? Какой отличный сайт. Так. Естественно, все эти логотипчики, которые мы сейчас отрисуем, исправим, подправим, если вдруг надо. Все это будет доступно в описании для скачивания. Так. Сразу фон убрать, чтобы было. Так, смотрим. Да, что-то тут меняется. Давайте смотреть, что. Во, смотрите, какой ужас, да? Тут, конечно, замечательно все оно выглядит, когда в черный цвет покрашено, но выглядит это вот просто вот такой вот трэш. Давайте-ка вернем. Вот так это выглядело, да, как видите. Так, ну попробуем что-нибудь с этим сделать. Потому что, если гравировать этот, то будет выглядеть это вот так. То есть, если мы покрасим в какой-то цвет и уберем контур, то выгравируются все сплошные заливки. То есть, вот такая вот штука. Поэтому подкорректируем мы его. Давайте чуть-чуть попозже тогда. Так, это мы тогда сюда. Готовое. И пока ищем дальше. О, да, привет, привет. Так, The Macallan. The Macallan, да? Где у нас? Macallan. А, 2L. Ужас, вот эти. Макалан, вот так. Нету, да, вот нету этого. Блин, вот придется, видимо, поищем этот логотип туда попозже. Сюда же в Jack Daniels. Ищем дальше то, что есть. Teachers. Что у нас? Teachers Blend Scotch с виски, да? А вот и нету. Teachers. Так, тоже посмотрим, что-нибудь нарисуем. Возможно, в принципе, можно будет найти картинку в растре более-менее в качестве и ее трассернуть, чтобы не заниматься длительными поисками шрифта. Потому что подбирать шрифтик можно крайне долго. Так, The Famous Grouse. Famous Grouse. Вот так. Famous Grouse. А вот так. О, есть, да? А, ну почти. Нет.
наверное, все-таки не то. Да, попробуем. Ну, птичку будет несложно отрисовать. Так, это на потом. Дальше. Джонни Уолкер. Вот, Джонни Уолкер. Джонни Уолкер. Вот такой, наверное, логотипчик. Да, окей. Есть. Сразу разгруппировываем, чтобы посмотреть, какой-нибудь тут лишний мусор. Все выделяем и красим в какой-нибудь, можно другой цвет, можно просто дать заливочку и без контура. Ну, все отлично. Человечка можно, в принципе, объединить. Вот функция объединения в один объект. Нам-то он по кусочкам все равно не нужен. Ну, а это дело тоже объединим здесь и вот здесь. Потому что логотип должен быть неизменным. Ну, а это дело можно загруппировать. Готов еще один логотипчик. Дальше. Ух ты. Jagger Mailer какой-то. Так, Jagger Mailer. Jagger и... Ну, вроде так. Поищем мы его потом. Ну, Jim Beam. Jim Beam. Beam, да, правильно. О, есть, да, отлично. Вот такое. Чик, скачать. Пока занимаюсь поисками, возможно, у кого-то какие-то вопросы, потому что в онлайне их иногда показать быстрее, чем в личной переписке. Так, смотрим же, что мы тут будем делать. Тут тоже, да, логотипчик весь развалистый. Если мы его весь покрасим в черный цвет, вот так, то мы получим вот такую, конечно же, штуку. На доработку. Так же, как и Джеймсон, да? С этим мы разберемся попозже. Так, Jim Beam готово. Так, White Horse. White Horse, ха-ха-ха. Вот так вот. Ну ничего, я думаю, трассернем. В качестве найдем какой-нибудь растер. И сделаем что-то более-менее похожее. The Balvenie какой-то. Balvenie. Написал правильно, да, логотипчик поищем. Так, дальше. Bushmills. Bushmills. Вот, я смотрел, уже искал его. Нету тут его, да. Поищем, значит, еще в других местах. Так. Валантайс. Так, Агилька. Валантие... А, Тинес. Вот, Валанти... Так, буквочку N пропустил. Так, тут нам просто нужен логотип. Возьмем вот этот. Похож, похож. Да, вроде оно. Так, сразу разгруппируем. Фон можно убрать. А это покрасим. Да, все отлично. Можно все это объединить, чтобы это было единое целое. Ох, какие большие узелочки. Ха-ха-ха. Так, дальше. Балантайс готова. Гленфиддич. Гленфиддич. Гленфиддич.
О, есть олень. Отлично. Так, ну его, я чувствую, тоже надо будет немножко дорабатывать, чтобы перевести в черно-белый вариант. Да, то есть что-то тут тоже это надо будет исключить, скорее всего. Да, это на доработку. Но практически готовый вектор. Отлично. Добрый вечер, да, добрый вечер, кто подключается. Да, и всем пока, кто отключается. Так, дальше, что у нас? Glenfiddich есть. Black Dog. Black Dog. Нет такого, да. Потом поищем. Black Velvet. Velvet. Ого, Black Velvet. Здесь какой-то вот такой орнамент. Ух, нет его тут, да? Поищем на другом сайте. Так, Black Velvet сюда. Monkey Shoulder. Monkey Shoulder. Тоже нету. И Delmore. Delmore. Тоже нету. Так, отлично. Этот сайт, можно сказать, исчерпал свой запас. Давайте посмотрим что-нибудь другое. Какой-нибудь, например, вот worldvectorlogo.com. Так, отлично. Что мы тут будем искать? Так, Джек Дэниелс, например. Джек Дэниелс. Вот, Джек Дэниелс. О, есть. Отличный логотипчик. Download SVG. Мне нужно... Да, вот эта виньеточка нужна. Отлично, скачался, перетаскиваем. Ага, вот уже вижу тоже какие-то косячки. Давайте-ка другой посмотрим файл. Вот этот. А, тут это то же самое, что ли? Так, а больше нету варианта. Так, ладно, Джек Дэниелс. Я найду. У меня в векторах был. The Macallan. 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 Так, да? Macallan, да. Highland Scotch виски. Нету Teachers. Вот, Teachers есть. Blend Scotch виски. Вот надпись уже готова. Есть, отлично. Так, тоже видно, у нее есть фон. Сразу избавимся от лишнего. Так, разгруппировываем. И все красим. Смотрим, что ничего не поменялось. Отлично. Объединяем все в одно целое. Ага, и тут какой-то сдвиг. Ну да ладно, давайте мы его... А как оно? Так, вот по отдельности, да? О, это все один объект, вот такой смещенный. Так, ну давайте развалим его. Разъединим все кусочки по отдельности. Вот, еще какой-то фон есть. Я думаю, можно вручную поровнять. Это центрируем. Это сюда. Исключаем одно из другого. Здесь то же самое. Вот так. В принципе, подлечили. Сам логотип отлично все в норме.
Все, можно все выделить и объединить в единое целое. Логотип готов. Так, дальше teachers. Teachers переезжает в эту колоночку. Bushmills. Bushmills. Да, так. Bushmills. Да, не тот логотип немножко. Где-то на каком-то сайтике я видел, открывал лого бренда. Можно наоборот написать. Видел я этот логотип, мне кажется, в векторе. Ну, еще поищем, конечно же. Конечно же. Так, Black Dog. Ух, DOS, Black DOS, ага. Black Dog, так, вот сколько. О, Black Velvet. Нам нужен Black Velvet? А, немножко не тот Black Velvet. Давайте глянем. Так, окей, Black Velvet, Velvet. Ха-ха-ха, нету. Так, Делмор. 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 Тоже нету. Так, давайте поищем какой-нибудь другой сайт. Делмор. Вот тоже нету такого виски здесь. White Horse, например. Вот так, White Horse, Fine Old, да, вот есть. Вот такая надпись, в принципе, нам она уже подойдет. Есть. Так. Извлечь. Downloads, да? А куда она у нас извлеклась? А, он еще папочку, вот так. И все это перетаскиваем в Corel. Да, отлично, вектор есть. Сразу все лишнее можно удалить. А это попробуем покрасить. Да, логотип практически готовый. Это сюда. Так, Макалан. Давайте поищем на этом сайте, может быть, будет. Ой. А во, есть The Macallan. Вообще красота. Так, извлечь без подтверждения. Так, чик. Так, где-то этот файлик куда-то пропал. Сейчас мы его откроем. The... Вот так. Скопируем файл. Так, здесь без домика, я думаю, нам нужен логотипчик. Хотя, в принципе, симпатичный такой домик. Можно его и оставить. Давайте все покрасим в черный цвет. И вот так это будет выглядеть на гравировке. Вполне себе симпатичненько. Сгруппируем. И в эту табличку готовым логотипом. Так, а этот перемещаем вот сюда.
Так, Bushmills. Bushmills. О, отлично. И Bushmills тоже есть. Но, судя по тому, что он цветной, немножко, да, доработаем его. Так. А где же кнопочка скачать? Ага, видимо, тут я уже превысил лимиты. Потому что вот эти кнопочки — это реклама. Это реклама. А, you have reached the download limit for guests. Вот так вот, please register. Вот так вот. Давайте-ка поищем на другом каком-нибудь сайте. Вот, Bushmills поищем. Ух ты. Вектор EPS. Это, наверное, не то. Ага, это тоже, это вот реклама. Реклама на канале чужих сайтов. Так, вектор. Сиклога. А, ну тут мы же были на Сиклога, да. All free download. Что-то подозрительный сайт. Вроде так. Bushmills. No result. Так, давайте-ка. Ага, I have reached the download for the guest. Давайте на этот сайтик зайдем. Ну что ж, Ctrl-Shift-N. А, Сиклога, да, Сиклога. Зайдем из режима инкогнито. Bushmills. Что он нам скажет? Ага, you have reached download. Видимо, мой айпишничек мой не нравится. Вот. Защита. Так, ну окей. Есть у нас чем заняться. Есть у нас логотипы, которые нужно доработать. Давайте немножко порисуем. Возможно, через какое-то время этот лимит слетит, и мы сможем скачать этот файл. Так, давайте приведем в чувство Джеймсона. Адский ад здесь творится, конечно. То есть нам нужно убрать контурчик. И чтобы выглядело это вот так. А нарисовано это аж вот с таким контуром. Ой, какой ужас. Так, если я это все удаляю, так это же все лишнее вообще, в принципе. Зачем оно здесь нарисовано? Фу, это уже лишнее. Так, это покрашу в красный цвет на задний план, чтобы не мешалось. А все остальное нужно удалять. Так, это что за полосочка? А, это этот Джеймсон. Так, с этим разберемся попозже. Так. Возможно, если в какой-то оттенок это покрасить, какой-то объем это, может быть, придаст, но для черно-белой гравировки это 100% нам не нужно. Можно, конечно, выпендриться лазером, сделать в несколько заходов на разной мощности гравировочку, но не тот этот вариант. Здесь нужна чисто черно-белая. Белая контрастная гравировка. Так, вот. Почти все ее удалили, весь лишний мусор.
Так, и теперь можно Джеймсон вернуть на передний план. Сочетание Ctrl Home. Ну и мы видим, покрасив в черный цвет, это все, в принципе. Так, давайте вот объединим. И покрасим в черный цвет. Да, все отлично. Но остались у нас вот такие какие-то непонятные перемычечки. Как я думаю от них избавиться? Зададим контур. Контур. Шаг 1/10 миллиметра. Применить. Ага. И внаружу. Наружу. Вот так вот контур. Да. И что происходит? Можно даже 0,5 миллиметра. Чтобы контур был совсем-совсем маленький. Наверное, уже совсем мало. Да, можно просто сделать вот так. Увеличить масштаб. И тогда, соответственно, 1/10 будет незначительное увеличение шрифта. Так, берем вот этот объект. Увеличиваем его на 1/10. Смотрим, что происходит. Вот тут контур появился, а вот эти непонятные пересечения, соответственно, избавляемся от них. Вот так вот. Разъединяем и объединяем заново. Все. Готово. Этот логотип вылечили. Это все объединяем. Да, тоже. Окей. Сгруппируем. Джеймсон готов. Так. Далее, логотип Jim Beam. Что нам нужно оставить от него? Если мы сделаем это... Так, если это просто убрать... Опс, не туда нажал. Так, и вот это еще, и вот это, и вот это тоже покрасим, и вот это. Jim Beam. Да, в принципе, вполне нормально. Можно удалять смело этот оттенок. Все остальные буковки мы объединяем. Так, готово. Здесь то же самое. Ага, здесь не то же самое. Здесь каждый кусочек это кусочек, а это значит нужно это исключить из этого, чтобы сделать дырку. То же самое здесь. Исключить это плюс это, исключить из этого. То же самое, я так полагаю, будет и с красным. Да, это из этого исключаем. Вот, получаем сразу почти все готово. Все. Объединяем все вместе и пробуем объединить. Что у нас выходит? Задумался Corel. Очень много тут всяких точечек, таких вот мелких. Естественно, сейчас какую-нибудь кракозябу нам выдаст. Главное, чтобы не было допущена критическая ошибка. И Corel завершен. Что он любит делать иногда. Но, как вы видите, я работаю в свежей версии 2019 Corel. И, возможно, эту фичу, которая преследует Corel по длинным-длинным версиям, может быть, они ее починили, и он не будет вылетать. Но, по крайней мере, задумался. О, есть, сработал. Теперь это у нас все один объект. Ну, что же я хочу с ним сделать? Наверное, тоже попробуем. Давайте, он тут маленький, 19/27 миллиметров всего. Увеличим этот логотип немножко до больших размеров. Вот таких. И зададим этому объекту, опять же, какой-нибудь небольшой контурок.
что у нас произойдет с этими всеми мелкими точками. Ну вот да, конечно, будет долго думать опять. Ну, может быть, обведет правильно, потому что вроде как объединил. Но вот такие вот всякие мелкие, вот пустые какие-то крокозябы, вот здесь там что-то выглядывает, конечно, не очень хорошо. Они просто лазеру не будут видны, но он лишний раз будет пшикать. И, соответственно, в холостую работать непонятно зачем. Да, задумался, конечно. Если посмотреть свойства, тут, наверное, будет бешеное количество точек, узлов. Вот ради интереса глянем, сейчас, когда он одумается. Я надеюсь, что он все же одумается. Вот, что-то затянулось ожидание, так. Перестарался, видимо. Загрузил беднягу Корла. Не справился он со своей задачей. Периодически, да, советую периодически сохранять файл, потому что при таких вот сложных манипуляциях Корл может подвиснуть. Ну и, естественно, данные уйдут безвозвратно, все, что вы тут нарисовали до последнего сохранения. В настройках у меня стоит 5 минут автосохранения. И, в принципе, за 5 минут прошедшей работы можно что-то вернуть. Вот, вообще, слушайте, висит. Escape кнопочка не помогает. Иногда бывает, помогает кнопочка Escape, отменяет задачу. Но, видимо, Корл уже всерьез принялся ее выполнять. Да, добрый вечер, да, люди вновь подключаются. К сожалению, да, не очень в таком веселом моменте. Как-то вот дал я контур 0,1 миллиметра, и Корл задумался. Потому что сложненький объект, как видите, всякие вот тут вот выкрутасы, которые он все должен просчитать. Так, ну что же, он все окончательно, что ли, подвис? Вот, блин. Так, если мы запустим еще одну версию Корла, чисто теоретически он должен подхватить последний автосохраненный файл. Да, вот он подхватил его. Давайте посмотрим, что в нем осталось. Вот. Так, а вот в принципе, да. Вот нам повезло. Не объединенный еще. Заодно мы сейчас и почистим от мусора. Окей, все, этот тогда процесс можно убить. Так, приложение Corel не отвечает. А, во, ха-ха-ха. Испугался, да? Испугался и ответил, вот так вот. Нет, окей. Да, конечно. Ну, можно попробовать по очереди. Допустим, вот внешнего контура.